Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, от канала Куплинов Плей. Ну что, господа, соскучились по коротким, бесполезным индюшкам, игрушкам, хорорюшкам и прочему. Пришла пора, месяц мы с вами чуть ли, наверное, не больше записывали всякие прохождения. Пришло время чего-то неоднозначного и неординарного. Первая игра из этого списка называется Don't Pee. Не пипиской, соответственно, потому что смысл в этой игре добежать до ванны и, так сказать, не замочить your pants, написано в описании в Стиме. Окей, давайте попробуем. Я выпил 5 пива, мне нужно идти. Понятно. Он выпил 5 пива, ему нужно идти. Ой. Ой, схватило. Ой, как... Так, F... А чё так сильно этот сеттинги? А где вот это, чтобы мышкой управлять? Это инвентарь есть здесь, серьезно? А все сломалось. Так, ладно. Church Flashlight F. Ну и чё? Интеракт, инвентарь. А, вот фонарик, окей. Так. Это поможет. Это поможет, что-то там все он сказал. Графику я поставил на максимум, я не знаю, почему она такая странная. Так, а вот тут... Так, подожди, только не снова. Все нормально. Я могу это сделать внизу. Почему? А, фонарик можно за... За мной иконка... Что? Нажимать С! Чего? Он испугался падающего башмака и чуть не обоссался. Хорошо. За мной, короче говоря, фонарик. Я нажимаю на F и... Да что такое? Z! Нет! Я нажимал, я отвечаю, нажимал. 2:00. А, это, короче, игра подтягивает мое время, потому что мне сейчас 14:00. А до этого, значит, было час 58. Хорошо, ладно, окей. Так, где я? Что я? Вот фонарик. Так, ну хорошо, допустим. А можно реальность сеттинги и чувствительность мышки подправить? 30, 60, так, окей, 60 кадров поставлю. Brightness, так, сохранить, назад. Не знаю, что поменялось, не поменялось, ну ладно. А, not again, да? Окей. Not again. Так, это не включается. Так, ладно, сюда я не пойду, допустим. А чего он сейчас испугался? Все, нормально. Так, ладно, ну пойдемте просто вниз. Раз он говорит, что нужно идти, так я заряжаю фонарь. Раз он говорит, что нужно идти вниз, я пошел вниз. Так, вот тебе и ванная. Закрыто. Почему? Почему закрыта ванная? Че за кодовый пароль? А какой у меня пароль? Я не знаю, какой пароль. Да фонарик, хорош, садится. Да что такое? Что? Тихо. Я держусь. Все спокойно, все под контролем. Я нажимаю кнопки, хорошо. То есть у нас основная цель сейчас... Я нажал. Не ври. Так, F это у меня зарядка фонарика. Хорошо, я давайте вот так вот сделаю. Это низко. Спокойно. Он ни с того, ни с сего просто взял, чуть не обоссался. Так. Ремонт ADD. Я могу что-то выключить с помощью пульта? Так, заряжаю, хорошо. А это специально сделали, чтобы фонарик, короче, садился и этот... Спокойно. Что это такое? Интеракт, инвентарь. Ремоут. Так, ну у меня есть пульт, хорошо, ладно. От чего этот пульт? От телевизора, но он вроде как не работает. Сейчас что-то упадет. Мы в конце концов пойдем ссать на улицу. Тихо. Мы в конце концов пойдем ссать на улицу, я так понимаю, потому что у нас есть забит. Ты можешь бегать? Так, бегать он... Ну, конечно, когда чуть не обоссался, сейчас бы бегать, ага. Хорошо, давайте посмотрим остальные двери. Есть, то есть нам нужен лом. Нам нужен... Тихо. Не надо, ей я нажал. Так, эти бутеры сделались зачем-то ночью, непонятно. Нам нужен ключ от замка.
Что он там говорит? Сейчас бы субтитры было бы вообще бы идеально. Так, ладно, ну здесь, короче, ничего нет. Главное вовремя нажимать на кнопки. Я не знаю, ну посы ты в ванну, ну проблема, что ли, какая-то? Ну серьезно, если нет унитаза, посы в ванну, да смой. Ну что в этом такого сложно? Я не понимаю. Главный герой, ты дурачок у меня или что? Я не понимаю. Так, сейчас что-то упадет, готовимся. У меня никогда не было детей. Откуда эта комната? Говорит главный герой. Я примерно на слух более-менее что... А, это дверь. Примерно на слух более-менее что-то понимаю. А если что-то не понимаю, то, соответственно, не понимаю. Так, я зарядил фонарик, хорошо. Фонарик специально сделан таким образом на зарядку, чтобы я перепутал кнопку и обоссался, получается. Ладно, окей. Тихо, какая кнопка? Я надеюсь, у нас все вещи будут по умолчанию лежать на тех же местах, на которых я их, соответственно, находил. Иначе каждый раз бегать по комнатам будет довольно сложно. Бля, откуда такие большие комнаты здесь? Так, мне нужно найти работу. Работу? Зачем тебе сейчас работа? Ты думаешь, на работе сходить поссать? Не, ну, кстати, можно. Если ты работал ночную смену, сейчас бы спокойно сходили поссать на работе. Это бы не было ничего сложного. Мне сейчас сложно играть, потому что у меня мышка... это как ее? Тихо. Потому что мышка очень резкая. А так у меня нету никаких предметов. Я что делать должен? Да что такое? Что так часто-то? Что так часто-то? Так часто-то чего? Не надо так часто! Что за... We had some good memories. Крафтинг тейбл? Чего? Крафтовый стол? Мы можем что-то скрафтить здесь? Так, а как... А, ну он типа появляется... Ну более-менее появляется, ладно, вроде издалека. Не понял. А, двери выбило, поэтому ты чуть не обоссался. Все, понял. Так, фонарик спокойно. Фонарик спокойно, аккуратно. То есть мы можем что-то скрафтить. Вопрос, что и из чего? Никаких предметов, никаких ошметков там железа, дерева и прочего. Тихо. Я здесь не вижу. Спокойно, спокойно. Да ладно тебе, ну потерпи маленько. Мне кажется, ты уже должен был перестать ссать, мы столько уже ходим. Потому что позывы поссать, они знаешь какие? Они вот вроде кажется, что сейчас поссышься, а потом вроде чуть-чуть потерпишь и уже немножко отпускает. Я не понимаю, почему до сих пор не отпустил наш... Так, я заблудился. Не понимаю, почему до сих пор не приспустила нашего главного героя. Так, где наша-то комната? Я реально заблудился. А, наша комната... А что тут все двери-то повыламывались? Так, ладно, комната с ребенком. Где ребенок припрятал что-то полезное? Где это что-то? Где лом? Где еще что-то? Тихо, фонарик. Да зачем его нужно заряжать-то постоянно? Ну иди твою... Спокойно, какая кнопка? Е, все, понял. Да понял, все спокойно. Так, ладно, пойдем сюда. Сейчас ботинок упадет. Ага. Окей, Е. Хорошо, Е. Так, ну и где весь лут-то? Я обошел все комнаты в доме и ничего не нашел. Как использовать пульт управления? Ремоут. А, его в руки надо взять! Так бы сразу и сказали. Так, окей, я включил Breaking News. Какие-то срочные новости. И где-то что-то еще заиграло. Пойдем на звук. Звук случился примерно где-то здесь слева. А тут вроде больше нигде не было. Тихо. F. Хорошо, F. Все спокойно, все спокойно. Держим себя в руках, все под контролем. Писуля, так сказать, в надежных руках. Все хорошо. Что я где включил-то? Алло! Я ничего нигде не включал. Может быть, переключить канал? Он работает? Ну, что-то где-то здесь работает. Так, я нажимаю на пульт постоянно, хорошо. Может быть, это внизу? Пойдем внизу нажмем. Мы же там его нашли, скорее всего, там и нажимается. Так, главное на лестнице. Тихо. Главное на лестнице не обоссаться, хорошо. Так, где был телевизор? Телевизор был в гостиной. Так, это нам нужен пароль. Во. Breaking News 3, 4. Тихо. Окей, а новости на шестом канале. Так, я дошел до пятого. И здесь что-то где-то хрустнуло.
Сюда что надо? Ты, я не понимаю, порошок засыпать или что? Да что ж ты будешь делать-то, Зе? Тихо, тихо, тихо. Что где могло еще клюкнуть? Да ко все. Да хватит, ну каждые 5 секунд ты реально ссать хочешь, ну пойдем в ванну. Может в этом основной смысл этой игры... А, монетка добавлена? Окей, монетку сюда, да? Тихо. Кул, спокойно. Так, инвентарь, монетка, сюда. Ага. Так теперь можно в трусы! Хаммер, молоток. Тихо! Теперь-то можно в трусы, мы же можем стирать теперь, в конце-то концов. А, так можно их просто держать. Так, ладно, у меня появился молоток. Хорошо, что мы можем сделать с помощью молотка? Пойдемте отхуярим доски. Тихо. Нет, спокойно, аккуратно. Да, доски можем отхуярить, хорошо. Отлично. Отлично. Так, F просто держать. Так, ну здесь очередная запертая дверь с каким-то замком. Тихо, 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 тихо. XXXXX. Я думал, F-то нужно все время нажимать, а написано F, Church Flashlight. Я и нажимаю, как на обычную кнопку. Так, здесь была еще одна запертая дверь с помощью этого какого-то. Да ты хорош, ты запарил. Давай пойдем в ванну сходим и никому не расскажем. Ты же никому не расскажешь, я тоже никому не расскажу. Не расскажем никому, спокойно писнешь в ванну, блять, потом хоть кто вспомнит вообще. Скажешь, типа, душ ночью принимал, да и все, делов-то. Просто вот, ну, решил искупаться на ночь глядя. Ну, типа, поздно ложился спать. Ну, чего там такого? Ничего там такого нет. Ебать, подвал. Так, ну, в подвале точно должно быть хотя бы какое-нибудь ведро. Ведро в подвале, это же очевидно. Ведро... Тихо, 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 ведро в подвале. О, я уже нихуя... А, держать нужно было. Написано было hold. Hold это держать. Так, ладно, окей. Тихо. Tab F, хорошо. То есть здесь несколько этих вариантов нажатия кнопки. Окей, я понял. Так, пустой шкаф. Машина. Машина, нет, не работает, хорошо. О, не, а тут нихера себе такой домашний кинотеатр. Где телек побольше, диван побольше, вообще будет нормально. Это что, блядь? Что за древнее строение? Оно открывается? Ебать. Мы сейчас пойдем в ад, чтобы поссать, что ли, или что? Опа! Так, это мы разрежем цепи, спокойно. Z, нажимать, нажимать, нажимать. Так, ладно, у нас уже есть кусачки от двух замков. Один от холодильника, один от какой-то двери дальше. Что? Так, здесь нужно что-то прокопать, он сказал. То есть здесь нам нужна кирка. Хорошо, вернемся. Очень трудный поход в туалет. Вот если бы у меня ночью я вдруг проснулся, и у меня бы не оказалось унитаза, я бы поссал ванну, на крайний случай в раковину. Это же очевидно, но в этом нет ничего странного. Ну как бы, если вдруг что-то там. Так, тихо. Нажимать X, хорошо. Я уже привык к тому, что нужно постоянно нажимать. Так, вот здесь у нас один и еще где-то. Ага. Так, ключ. От чего ключ? Неужто от ванны? Ой, точнее, от... Нет. Так, а где-то еще были двери, которые запечатаны на навесные замки. Вон там, по-моему. Так, у нас появился ключ от чего-то. От чего непонятно. У нас вроде ничего запертого не было. Ну, кроме ванны. Кроме ванны ничего не запиралось. По-моему. Ну, может быть, откуда-то отсюда. Тихо-тихо-тихо-тихо, е. Хорошо, хорошо, держись, держись. Так, это тоже нужно прокопать, правильно? Так, это тоже прокопать, значит, молотком. Нет? Окей, нужна кирка. Так, ну хорошо, возможно, ключ от машины, от багажника. Но на багажнике, по-моему, не было никаких действий. Бля, был бы здесь шифт, был бы гораздо удобнее, на самом деле. Но шифта у меня нет, спокойно. Так, тап X, спокойно. Бля, зарядка фонарика, это, конечно, отдельно извращение. Зачем? Чего-то добавили. Так, ключ. Давайте тыкать во все двери подряд, которые... Вот дверь. Что за дверь? А, здесь кодовый замок. Здесь нужен какой-то пароль. А, подожди, ключ-то, может, выбрать можно? Ключ. А, так все, что ли? Damn it, Will. Got me again. Да бляха! Не пустили. Так, код добавлен, хорошо. Код добавлен. Так, и отсюда утащили у нас это. 2-9-8-8-8. Хорошо. Так, 2-9.
2, 9, 8, 8, 8. Окей. Спокойно. Спокойно, держи X. Хорошо. Хорошо, все под контролем, держи X. Так, вот кирка. Отлично. Кирка, значит, мы, во-первых, можем продолбить вон там, а во-вторых, можем продолбить подвал. Ну, не такая, знаешь, необычная. Необычная такая система сбора предметов под момент обоссывания. Это что-то. Так, спокуха, топор, вот этот акс. Пик, акс. Чего пик? Пик — это что-то подбирать, а акс — это топор. То есть подбирать топор. Как это правильно называется? Не понимаю. Так, раз. Два. Ну, здесь есть какой-то. Здесь есть какой-то звук, значит, все правильно я делаю. Ага. Так, нужно постоянно нажимать, да? Он не держит просто. Хорошо. Сколько надо ударов? 5? 4, ладно. 4, так 4. Так, еще одна такая железная дверь, которая, по идее, должна открыться просто так. Писсуар! А где он? А где сам писсуар-то? Алло! Где писсуар? Тейлет си... Что? А, туалетная сидушка? Это мы сейчас унитаз себе соберем на второй этаж? А, это крафт унитаза! Это крафт унитаза, я понял. Сейчас мы в подвале, значит, подберем. Так, сидушку мы подобрали. Тихо. Сидушку мы подобрали, а сейчас мы найдем сам унитаз. Соответственно, скрафтим на столе крафтовый унитаз, отнесем его наверх себе в комнату и наконец-то посыпем. Интересная задумка, интересная. Так, нам нужен подвал. Подвал у нас здесь? Да, подвал у нас здесь, хорошо. Теперь главное продержаться и не промахнуться по кнопке, иначе будет печально. Столько времени мы держали санину, так сказать, зажатой. Но это... Так, где мне? Что-то здесь надо бить? Ага. Мы где-то сейчас это найдем в качестве лута, правильно? Тихо, тихо. И спокойно. И аккуратно, аккуратно. Аккуратно. Так, клей, да... А, клей, это улик? Клей, что такое клей? Я не понимаю, что такое клей. Клей — это то ли подсказка, то ли клей. Я не понимаю. Так, ну подолбим, хорошо, камни, что-то подберем. Еще клей. Что такое клей-то? Тихо! Тихо, тихо. Я бы сейчас пошел в переводчик переводить, что такое клей. Но я боюсь, что не успею потом переключиться на то, чтобы не обоссаться. Так, еще клей. Я не знаю, что такое. Пойдем крафтить. Здесь же больше ничего не было, правильно? Все, что можно было где-то подобрать, я, судя по всему, подобрал. Значит, нам... Ну, клей, может быть, это какая-то часть, типа... Реально для... Тихо. Реально для сидушки. Спокуха. Спокуха, не паникуй. Не паникуй, сейчас мы... Знаешь, как прикольно сейчас будет? Просто замечательно будет. Ты спокойно встанешь, снимешь труханчик, достанешь там свой бубуленчик и спокойно накидаешь прям этот свежескрафченный унитаз. Прекрасный сейчас все будет. А, прекрасно. Так, старт крафтинг. Окей. А что такое? О! Так, все, я понял. Мы реально сейчас скрафтили унитаз себе. Тихо, так, это не сюда. Нам подальше чуть-чуть. Так, все, ты главное держись, оставь. Вот когда, вот особенно с улицы, когда долго терпишь, с улицы домой приходишь, вроде ты бы мог еще полчаса протерпеть, но близость унитаза, она настолько сильно поджимает, что просто, тихо, что просто невозможно уже терпеть. И думаешь, что вот прям еще миллисекунды уже бы обоссался. Так, ладно, окей. Вот этот. Правильно? А куда его? В смысле? Так нет, не сюда. А, может быть, вниз? Так, ну пойдем вниз, ладно. Сюда унитаз не вставляется. Все, потерпи, потерпи, еще чуть-чуть. Уже почти что все собрано, уже практически все готово. Так, вот сюда вот нужно его присобачить. Все, я понял. Так, туалет. Хорошо. Не понял. А куда? Куда?
смысле? Так наверх же нет? А чё ты тогда нос ссать не хотел? Ты уже все, что ли? Ты уже все только мне не сказал, или что происходит? Почему он так давно не хотел пиписнуть? Так, я не понял, куда ставится унитаз? Алло. 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 Опа! Спокойно. Не, аккуратно. Так, аккуратно. А куда же его присобачить-то, я не пойму. Ну, где-то должно быть... А почему их не скрафтить, в смысле, на крафтовом столе не скрафтить из этих двух деталей? Так, типа, не работает? Так, не работает, окей, ладно. Так, спокуха. Здесь очень легко заблудиться. Так, а больше нет нигде места под унитаз в этом доме? Нету, и все. Может, что-то не работает или что-то сломалось? Тихо. Тапце, спокойно. Аккуратненько, терпи. Нормально будет, все хорошо. Так, а у меня ничего больше такого нет с собой? Пульт, молоток. Может, сначала молотком надо раздолбить место? Нет? Окей. Туалетная сидушка. А, может быть, там, где я подобрал туалетную сидушку? Может, нам туда? Типа, я там ее подобрал, я там и поставлю унитаз. Ну, унитаз без специального этого канализационной трубы, без специального вывода ты не поставишь. Так, еще раз. Туалетная чаша. Туалет боул. Нет, точно не сюда, никуда. Я и на Е нажимаю, и на все нажимаю. Тихо, тихо. Спокойно. Хорошо, что тут с каждым разом все сильнее и сильнее он ссать не хочет. Иначе это было бы совсем плохо. Ну, пойдем сделаем унитаз себе в подвале. Какая разница? Здесь где-то есть вывод под унитаз? Ну, здесь вряд ли. Потому что здесь вроде культурное место. Прям в самом углу? Нет. Куда поставить унитаз-то? Иди-то, ну, вынеси на улицу, я не знаю. На улице прям на дудонь. Почему ты не можешь просто на улице его поставить? Я не вижу выводов под унитаз. Нету их здесь. Либо игра сломалась, либо что-то не так. Бафрум, ну. Может закрыть дверь? Что-то стесняется. Так, ладно, окей. Туалетная боул. Вот это что такое? Может, это сломать надо? Чтобы она не мешалась. Тихо! Чтобы не мешалось. Аккуратно. Аккуратно. Так, но это не подбирается, да? Хорошо, давайте пикаксом. Нет. Давайте я уберу его. Нет. Ну вот же ж место под унитаз. Ну, в конце-то контейнера. Тихо. Спокойно. Спокойно. Куда присобачить унитаз, алло? Где он должен стоять? Я испробовал уже все методы, он никуда не ставится. В газетах про это не пишут случайно? Так, ладно, пойдем дойдем до конца вон там вон. А, так я туда так и не дошел, где мы сидушку-то нашли. Я ж туда шел, все, пойдем туда. Если не туда, то я не знаю куда. В постирочной в этой... Места под унитаз тоже нет. Ладно, идем до упора вот сюда. Скорее всего, сюда, окей. Так, там как раз освещенная комната. Все, я чувствую, что нам туда. Это самый далекий вообще угол, самое далекое место. Как раз место для того, чтобы поставить там унитаз. Поставить, исправить нужду, чтобы все было замечательно. Вот прям сюда. Нет. А куда? Куда? Так, ку, спокойно. Ку, аккуратно. Я не понимаю тогда. Я тогда не понимаю. Сюда он тоже не ставит. Я пойду подсмотрю в интернете. Мы весь дом обошли. Короче,
Тут вообще какая-то жесть. Тут что-то там... Там дальше вообще ничего не понятно. И прикол в том, что мне приходилось одновременно пытаться найти, что не так в этой игре, и одновременно следить за ней, потому что на паузе она, на паузу она не ставится. Это как Dark Souls. Она не ставится на паузу, потому что нужно постоянно следить. Короче, тут дело в сове. Нужно на сову ткнуть. Типа сова открывает какой-то портал. Чего? Какой портал? Вот. You are at the precipice of destruction. You will scatter your wits and construct the final toilet. The fate of the universe lies in your hands, young warrior. Quickly now. Так, сова говорит что-то про поссать и быстро в портал. Все понял, окей, быстро в подвал, в портал. Так-так. Я здесь не был целые года, он сказал, или что? Тихо, Икс. Аккуратно. Так, я телепортировался сейчас, или что случилось? Так, вон унитаз, все окей, я вижу, куда унитаз. Ага. Тихо-тихо-тихо, каждая телепортация ускоряет процесс обезвреживания... Ой, блядь, каждая телепортация ускоряет процесс этого, как его... Так, туалет прогресс. Один. А еще? Еще надо? Серьезно? Три части. А, ну да, еще нужен этот. Еще нужен сливной бачок. Тихо. Икс, спокойно. Так, сливной бачок всяко должен быть где-то здесь. Но это же логично, правильно? Потому что весь дом мы обошли, и во всем доме не было сливного бачка. Если бы он... Да что ж такое-то? Если бы он был, я бы его нашел. Где-то он здесь лежит. Вон там, на самой высокой скале. Это 100%. Да почему перед каждым порталом тебе ссать-то охота? Объяснись. Объяснись, собака. А, все, вот, окей, где-то здесь, по-любому. Пикакс. Где-то здесь. А, бля, здесь много таких камней. Тихо-тихо-тихо. Спокойно, спокойно. Ага. А, мы сейчас себе еще эту, как ее, опять на крафт выпьем. Нет? Нет, окей. Здесь ничего нет, спокойно. Ладно, начнем с конца тогда. Мы сейчас либо себе эти детальки... Да что ж такое-то? Мы сейчас себе... либо детальки найдем, либо сразу сливной бачок. Но мне кажется, мы сначала найдем детальки. Бля, игра-то прям со смыслом. А где детальки? Да что ж ты будешь делать-то? Мне кажется, когда он ходил с унитазом в руках... Его не так сильно коробило. Так, пойдем дальше, хорошо. Спокуха. Тихо-тихо-тихо-тихо, Зет, спокойно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Аккуратно. Мне кажется, мы сейчас ищем себе лут для того, чтобы скрафтить сливной бачок. Да хватит! Ну Харда, ты чё? Прекрати! Тихо. Где этот сливной бачонок? Где он? Тихо. Аккуратно, Зет, спокойно. Он, наверное, когда много делает дел, его прям сильно хочется поссать. Бля, ну это Майнкрафт какой-то получается. В Майнкрафте можно добывать унитазы или нет? Я просто не знаю. Спокуха. Да, блядь, он еще не каждый раз попадает. А может, не надо было ничего рубить? Может, он где-то в конце? Что ты будешь? Спокойно, спокойно. Кнопок здесь не так много, промахнуться по ним тяжело. Возможно, но тяжело. Так, ладно, здесь нету. Тихо, аккуратно. Ку. Ку, вот Ку самая неприятная, самая неожиданная клавиша. На Ку прям очень тяжело. Так, ладно, окей, я пока ничего не буду сейчас колоть, пойдемте просто... Тихо. Пойдемте просто вперед. Возможно, где-то валяется. Если здесь нет, мы потом просто сюда еще раз портнемся. Иначе, если я просто так сейчас буду колотить все подряд камни, мы ничего не найдем. Бля, ну прям каждые две секунды уже. Ты же даже не дома, блядь, пасы где-нибудь здесь. Это же непонятно какая... О. Так, а вот мой бачок, все, я вижу. Значит, зря я что-то долбил, ладно. Так, мне кажется, ли он с этой херней медленно ходит? Нет, походу, кажется. Еще чуть-чуть. Потерпи, все, мы уже практически все... Мы уже практически все сделали, осталось просто добыть сливной бачок, и мы на коне, все. Все нормально, все под контролем. А, ты прыгать можешь? Серьезно? Он может прыгать, вот это поворот, аккуратно.
Мне кажется, он в этом параллельном мире как-то слишком медленно ходит. Или ему реально уже настолько сильно все поджало и пережало, что он просто уже ничего не может. Да нет, ну какой звонок сейчас, ну какой звонок? Да, вот бывает такое, прям позвонил звонок, я отвлекся на миллисекунду, и все. И все, заново, пришлось все проходить. Абсолютно все заново. Ну да ладно. У меня ушло где-то в районе 9-10 минут на то, чтобы все это собрать, потому что персонаж двигается довольно медленно. Ну да ладно. Так, сидушка. Тихо, Зет, спокойно. Сейчас не вовремя, сейчас не надо. Так, сидушка, раз. Туалетная чаша, два. Туалетная... Все. Все. Давай быстрей! Просто поток, поток санины тек без какой-то хеситации. Позволь также... Ты выиграл, нажми любую кнопку, чтобы... Окей. Да, какая-то странная музыка играет. Странная игра, но она проходимая, она интересная. Ну, как можно сказать интересная? Она проходится, и уже хорошо она работает, и это прекрасно. Где моя мышка? Ладно. Давайте на этом закончим. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, ставьте там все уведомления. Всем встречи, следующих игрушечек, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.